Всем здравствуйте! Сегодня будем варить варенье из клубники, варенье пятиминутку. Чем это хорошо варенье? Тем, что не требует большого времени приготовления и сокращается количество сахара благодаря тому, что мы закрываем это варенье под крышку. Нам нужна ягода, сахар, крышки для консервации, чистые сухие банки небольшие, куда мы будем разливать варенье, и закаточная машинка. Сахар берем из расчета на 1 килограмм ягоды 700 грамм сахара. У меня здесь 2 килограмма ягоды. Высыпаем сюда 1,4 кило сахара. Перемешиваем ягоду. Оставляем на пару часов, чтобы ягодка пустила сок. Когда клубника пустила сок, ставим ее на огонь и доводим до кипения, периодически помешивая. Когда варенье вот так активно закипит, снимаем с него пенку, засекаем 5 минут. И варенье у нас готово. Горячее варенье разливаем в чистые сухие банки. И закрываем крышками для консервации. Закатываем крышки при помощи машинки закаточной. Варенье готово. Когда остынет, убираем его на хранение. Надеюсь, вам оно понравится. Приятного аппетита!